Мы закончили разработку схемы теплоснабжения. Разработка схемы теплоснабжения велась на основании технического задания, которое мы сделали и утвердили в администрации города Тюмени. Вообще разработка схемы теплоснабжения – это обязанность муниципалитета. Мы в данной ситуации выступили инвестором, понимая большую важность этого документа. Одной из ключевых задач – это было обеспечение качества теплоснабжения в удаленных районах города, где мы, это не секрет, где качество теплоснабжения сейчас страдает. Вторая задача – это исключение перетопов, так называемых, то есть регулирование форточкой в районах, которые приближены к централизованным источникам, к ТЭЦ. И третье – это обеспечение развития города, то есть возможности подключения новых потребителей. Мы рассматривали разные варианты, еще раз повторю. Рассматривали варианты строительства третьего источника, но по тарифным последствиям, по последствиям для конечного потребителя, пришли к выводу, ну, обоснованному на цифрах, о том, что нужно развивать схему в той конфигурации, которая у нас существует, с незначительным присоединением наиболее близко стоящих котельных к контуру централизованного теплоснабжения. Почему «Фортум» заявляется на статус единой теплоснабжающей организации? В зонах своего присутствия мы считаем, что наиболее качественно эту роль может выполнить только наша организация. Более того, мы понимаем, что невозможно бесконечно нагружать потребителя, и считаем, что главным эффектом или главным источником возврата от инвестиций должны стать эффекты от тех мероприятий, которые должны производиться на сетях. Мы знаем, как это делать, мы умеем это делать, и мы это доказали. Поэтому мы понимаем, что лучше нас-то никто не исполнит.